Пожар произошел в квартире на 10 этаже в доме на Алексеева 21. А фишка в том, что я живу вот там. Вот окно, и вот окно – это мои окна, а это соседи. В одной из квартир горели личные вещи жильцов. Как сообщают телеграм-каналы, хозяйка квартиры во время пожара была на работе. Многие жители смогли сами покинуть подъезд. 8 человек спасли пожарные. Пламя удалось быстро потушить, никто не пострадал. Но жителям соседних квартир теперь придется их восстанавливать после...